Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Гавану, где сегодня пройдет его встреча с Папой Римским Франциском. Важнейшее историческое событие для Русской Православной, Католической Церкви, да и всего христианского мира. Оба духовных лидера сейчас совершают пасторские поездки, и переговоры, к которым будет приковано самое пристальное внимание, пройдут как раз в Гаванском международном аэропорту. У патриарха Кирилла сегодня начинается визит в Латинскую Америку, и первая остановка на этом пути – Куба. У трапа самолета представителя Русской Православной Церкви встречал Рауль Кастро, запланированное и общение с лидером кубинской революции Фиделем Кастро. Я прибыл сюда с дружественным визитом по приглашению главы Республики Куба, председателя Государственного совета и Совета министров господина Рауля Кастро Рус. Народ Кубы и народ России связывают долгие годы взаимных трудов, сотрудничества и искренней дружбы. И обращаюсь к кубинскому народу, я хотел сказать, что эти добрые чувства в России и Кубе сохраняются и приумножаются сегодня.